5 минут. Покажем класс 5 минут. О, не такой сильный соперник, есть шанс. Ну, я буду играть почти что как в пулю. Можно было сразу вот D5 задвинуть. D5. Хочу его слона. Очень хочу. А, он пешку мне съест. Ну, ладно. Там все поменяться. О, не поменялся. У меня тогда сильные 2 слона. Пусть попробуют меня теперь обыграть с ними. Жалкий них кор. Оп, что ты на это скажешь? Ага, на мат напала. На мат. Надо ходить пешкой, да. На пол. Ага. Ну, я не убегаю. Я пойду пока куда-нибудь. Куда я пойду? Сюда пойду. Освобожу место для чернопольного слона. А, кстати, не хочет упускать. Правильно. Угу. Так. Ну ничего, ладно. Развиваем ладью. Развиваем ладью и готовимся. Думаю, сходить конь G4. Воу. Я не хочу отдавать. А мне кажется, ходить некуда, придется менять ферзей. Есть, кстати, вот такой прикол. Уничтожила защитника ферзя. Если он сейчас съест ферзя, то я съем тем же слоном. А если он убежит ферзем, то я и убегу слоном. О, как здорово я придумала. А-а-а, у меня лишняя фигура. С лишней фигурой играть гораздо легче. Так, убегаем конем. Не на F3, потому что там пешки сдвоенные будут. Так, слона активизируем с нападением. Так, ну и давайте сдвоимся по линии Е. Чтобы как наехать. Ну, ничего не боимся, конь защищен. Предходик. Предходик. Но он меня типа связал. Угу. Давайте развяжемся сначала, потом сыграем конь Е5. Не-не, надо сыграть Д5. Потому что связка пешки. Угу. Связка пешки. Ну ладно, шах тогда точно уж. Он меняется, я ставлю ладью в центр. Он может ее, конечно, прогнать. Да, но я пойду просто назад, и ничего. Нормально. Надо мне как-то... Надо зафиксировать короля. Слон G5, возможно, сыграю, да. Отрезала короля. Не знаю, зачем он тут подходит. Он бы вместо этого лучше активизировал свою ладью. Он пытается, конечно, это сделать. Но теперь не поможет. Может съесть пешку. Отлично. И залезть на обжорный ряд. Это очень вкусно. Всем советую. То в шахматах не первый день. Сейчас как бам, шах с Е7. Ну, ходи давай. Или сдавайся. У меня все-таки лишняя фигура. Напал, ну шах. Конечно же. И что теперь? Ну, как вскрывать буду пытаться-то. Тут еще, если он возьмет, будет нападение на ладью. И будет прекрасно, если он возьмет, потому что... Даже если ладья убежит, то я схожу слон Е6, поменяю слонов, и у него не будет совсем фигур. Ему будет тяжело играть. Сюда. Ну, он пешку отдал, просто съедаю. Угрожаю еще выиграть ладью ходом. Ладья H8. Хотя у него там есть ресурс закрыть слоном, но ничего. Так, он уходит назад, но я тоже назад. Если он сейчас туда-сюда будет ходить, я, конечно, ладью назад ставить не буду. Я ее защищу. О, он сдался прекрасно. Победа.